Традиция посвящения в молодые нефтяники в обществе «Оренбургнефть» существует уже много лет. Чтобы стать, так сказать, полноправным работником компании, необходимо пройти через особый ритуал. Для начала молодые выпускники вузов из Москвы, Самары, Казани, Оренбурга и других городов должны пройти два этапа условных испытаний. Первый – это тренинговая часть. Здесь вчерашние студенты должны пройти специальные квесты по истории компании «Оренбургнефть» и решить определенные задачи. По мнению организаторов, такие задания помогают сплотить будущий коллектив и научат работать в команде. Я была от ООО «Оренбургнефть». И поэтому по окончанию университета я приехала работать в эту организацию. Я так решила со школы еще. Просто понравилось, потому что в Оренбурге очень развита нефтяная промышленность, наверное, из-за этого. И большие перспективы. Познакомился с новыми людьми. Тут люди разных профессий, разных специальностей. От каждого что-то новое узнаешь, чему-то учишься. Ну, все друг у друга чему-то учимся. Поэтому очень позитивный настрой и много полезного опыта получаешь. Кроме того, в обществе существует программа так называемых «трех горизонтов», где в течение 3 лет выявляются лучшие из лучших и оценивается компетенция молодых специалистов. На первом этапе, первый год, это некий welcome тренинг проводится, люди погружаются в ту атмосферу, где они будут дальше продолжать свою трудовую деятельность. Второй год – это некие профессиональные компетенции, проводятся тренинги. Вот. И на третий год мы уже определяемся с карьерой тех или иных работников, которые проявили себя за эти 2 года предыдущие. Второй этап посвящения в молодые нефтяники, пожалуй, самый интересный. Десятки выпускников технических вузов по традиции должны дать присягу и пройти ритуал помазания нефтью из рук ветеранов общества «Оренбургнефть». Ну а по прошествии всех кругов условных испытаний ребята с умиротворением и гордостью чувствуют себя настоящими работниками нефтяной отрасли. Иван Бер, Константин Воробьев. Наше время.